Ассаламу алейкум. Меня зовут Тлек, я с города Кустаная. Хотел бы продолжить челлендж, начатый активистами Куше партии АС. Требую отставки всего правительства, начиная с Назарбаева, Дариги Назарбаевой, президента Токаева, председателя КНБ Карима Масимова, ну и всех остальных всего правительства. Требую освободить всех политзаключенных. Требую прекратить гоняться за гражданскими активистами. Займитесь своими делами, господа полицейские и КНБ. Сегодня, 19 марта 2020 года, вышел на свободу замечательный человек Мухтар Джакишев. Хотел пожелать ему и его друзьям, близким, родным крепкого здоровья и всем активистам, кто за его свободу боролись. Это заслуга наших активистов гражданских. И, конечно же, большая заслуга Мухтара Аблязова. Если бы не он, мы бы так и ходили бы слепыми людьми. Еще хотел сказать, вот у меня такой вопрос назревал, уже 2 года назрел, как он созрел, но я никак не могу его задать. Вот сегодня получилось. Правительству, да, к Назарбаеву или Токаеву. Почему вы не хотите реализовать программу ДВК? Ведь Мухтар Аблязов все объяснил, написал на бумаге, показал, в каждом эфире говорит, что как нужно сделать. Вам осталось всего его просто вот повторить, выполнить то, что он сказал, и все, и сидели бы дальше на своих местах. Народ слепой сейчас вас хвалил бы. Хотя уже поздно, 2 года, как он об этом говорит, вы ни одно предложение не выполнили, ни одну программу не выполнили. Идите в отставку. Есть молодые, амбициозные люди, которые давно уже построили бы другой, совсем другой Казахстан. Так, еще хотел бы сказать вот людям, которые говорят, что гражданских активистов спонсирует Мухтар Аблязов. Вот я бы им хотел на них остановиться коротко, сейчас быстро. Вот когда менты приезжают перед митингом возле моего дома, пасут там за день до митинга, в день митинга, они идут в магазин, там у нас Апашка одна держит магазин, у нее там чай пьют и начинают ей заливать, что типа гражданских активистов, а вот именно Тлека, вот он экстремист, злостный, его спонсирует, финансирует там Мухтар Аблязов. А она потом дальше рассказывает там всем, кто меня знает, там вот он такой, его финансирует, он там экстремист. Хотел бы этим людям сказать, вы не переживайте за карантин, там то, что кризис, вы голодными не останетесь, потому что на ваших ушах висит годовой запас лапши. Ешьте и будьте счастливы. Всем ассаламу алейкум, пока.